Корабль не оправдал ожиданий, хотя и назывался «Победой». Медленно пал от тяжелой техники один из оплотов культуры. Столица республики окончательно простилась с кинотеатром «Победа». От здания остались одни руины, а у горожан приятные воспоминания тех времен, когда они смотрели там фильмы, и предложение, что лучше возвести на этом месте. Еще летом прошлого года на территории бывшего кинотеатра «Победа» появились бульдозеры и экскаваторы. Техника взялась за огромные плиты здания. И буквально на днях бульдозеры снесли последнюю стену большого зала с обрывками экрана. Уцелел только подвал под бывшим фойе кинотеатра. Видимо, в ближайшее время разберут и его, а также весь фундамент здания. Что именно появится на этом месте, пока точно неизвестно. Осенью прошлого года владелец участка в интервью «Советской Чувашии» говорил о том, что будет объявлен конкурс по застройке территории. И, скорее всего, на месте бывшей «Победы» появится офисное здание, где найдется место и нескольким кинозалам. А пока на местных форумах развернулась дискуссия среди неравнодушных горожан. Чуть слеза не покатилась и в сердце кольнуло, как будто что-то важное из воспоминаний вырвали. А еще помню, как его строили. Он был, можно сказать, шедевром архитектуры. Бегала туда на сеансы в детстве. Печально, конечно. Для многих из нас это не только кинотеатр, это часть жизни, часть эпохи. Новый кинотеатр пришелся бы как раз в пору в районе и, думаю, пользовался бы большой популярностью в районе. Бассейн и тренажерный зал, думаю, смысла нет строить, так как есть рядом бассейн ЧЗПТ и рядом хватает спортзалов тренажерных. Торговый центр вряд ли построят, он не актуален тут. Скорее всего, с большей вероятностью построят жилой дом. Хотя все-таки от развлекательного центра с хорошим большим кинотеатром прибыли будет больше в перспективе. Земельный участок и то, что осталось от кинотеатра, принадлежит сегодня компании «Галерея», которая, как сообщили в пресс-службе администрации города, разработала эскизную документацию жилого комплекса с одноименным названием «Победа». В ней предусмотрено и социальное жилье. Возможно, скоро по проспекту 9-й пятилетки появится новый жилой дом. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.